конце октября, начале ноября гуфарь продолжает активно кормиться. К берегу стаи зубастых рыб подходят ранним утром и поздним вечером. Преобладающий размер 100-120 грамм. Вечером, после захода солнца, пирсы заполнены спиннингистами. Выход длится от нескольких минут до часа, с 17.30 до 18.30. Стайные и агрессивные луфари не особенно разборчивы в облерах. Предпочтительны быстроходные миноу, размер 80-100 мм. В сумерках свет особого значения не имеет. Некоторые ставят в темноте облера кислотной расцветки. Важна проводка. В разных ситуациях могут быть равномерная проводка, твичинг, длинные подтяжки с паузой. Мясо луфаря считается деликатесом и имеет пикантный привкус.